10 ноября в России отмечается День сотрудников органов внутренних дел. Необычное поздравление для ветеранов УВД и сотрудников ГИБДД Анапы накануне праздника подготовили четвероклассники школы номер 5. Как и положено в праздник, накрыли сладкий стол и дали концерт. А необычность концерта в том, что в песнях, стихах и частушках ребята продемонстрировали знание правил дорожного движения. Многие номера были сродни КВНовским, с юмором, что, конечно же, вызывало улыбки гостей. Шел Сережа как-то в школу, пил из горла пепси-колу, не смотрел он на машины, а сейчас он носит шину. Насколько служба и опасна, и трудна, ребятам рассказали ветераны ГИБДД Юрий Анатольевич Высоцкий и Владимир Петрович Запорожец. А начальник отдела ГИБДД Владимир Хомиков поздравил всех. Наши ветераны перед вами выступили, рассказали о том, как они служили, какие были преступления, какие были задержания. Это действительно так и есть. Сегодня эта служба также опасна и трудна. Приходится нашим сотрудникам и задерживать преступников, и угнанные машины. И приходится и днем, и ночью. Гостям цветы и подарки вручили представители родительского комитета с благодарностью за сотрудничество со школой и уроки ОБЖ, которые представители силовых структур и ведомств всегда с готовностью соглашаются провести. И гости пришли не с пустыми руками. Подарили школьникам светоотражающие стикеры и памятки пешеходов. Лариса Басова, Артем Зиборов, Анапа регион.